5 советов по Final Cut за 60 секунд. Накидал клипов на таймлайн, но забыл убрать звук. Если тебе он больше не понравится, жми Shift Command G. Дальше выбирай звук, нажимай кнопку Del. Звук удален. Совет номер 2. Хочешь передвинуть клип, но тебе мешает снизу примагниченный аудиотрек. Кни с зажатыми кнопками Option плюс Command в любое место, трек отмагнитится. Вдруг тебе понадобился стоп-кадр. Допустим, ты хочешь на чем-то очень сильно акцентировать внимание. Добавь так называемый hold frame, нажав Shift плюс H. Готово. Хочешь быстренько оставить нужный тебе шот на таймлинии, просто выбери его при помощи инструмента Rage Selection, это клавиша R, и нажми Option Backspace. Все остальное, кроме твоего клипа, удалится. Совет номер 6. Хочешь заменить клип на таймлинии на гэп, поверь, это иногда нужно. Просто выбери клип, который хочешь удалить, и нажми клавишу Shift Del. Окей. Это было 6 советов по Final Cut за 60 секунд. Только не надо говорить, что это очень быстро.